Здравствуйте. Хотел поделиться с вами впечатлением своим от человека, от его работы. Есть еще люди, которые правильно и здорово делают свое дело. А вот, значит, суть проблемы в чем была? У меня iPad 3 серии, 32 гига. Вот, купил дочке, чтобы игралась там в видюшки, всякие игрушки. Вот. Но получилось так, что в какой-то момент вот такая табличка у меня выскочила, блокировка активации, пароль от Apple ID я когда-то, когда создавал, не записал, его, естественно, не помнил, контрольные вопросы также не помнил, связывался даже с поддержкой Apple, вот, после долгих переписок мне сказали, что только чек. Ну, так как планшет покупался с рук, старенький, естественно, до чека добраться уже было нереально. Вот, связался я с человеком, значит, смотрите, вот показываю, Максим Тимохин. Вот, мне его посоветовали. Человека, который может помочь. Когда определились, в чем моя проблема, Максим сказал, что нужно где-то около 2 недель, 14 дней, скажем так, правильно озвучить, если правильно говорить, озвучил сумму, за которую он готов взяться за это дело. Ну и естественно попросил деньги вперед. Вот. Только после этого он начнет себе заниматься этим вопросом. Мне показались его доводы вполне убедительными. И значит, я перечислил деньги. И ровно через 2 недели, день в день, мне пришла вот такая вот картинка от Максима. То бишь, мой планшет разблокирован. И да, действительно, через полчаса я добрался до планшета, включил. Все работает, все красиво. Вот сейчас на заднем фоне у меня дочь как раз смотрит мультик по этому планшету. Так что спасибо большое, Максим. Если вам нужно помочь с какими-то делами, там, разблокировками и так далее, я так понял, он занимается не только Apple, но и все, и Xiaomi, в общем, Samsung и все остальное. Можно доверять человеку, он делает свое дело быстро, качественно, и главное, что самое главное в наше время, не кидает, не обманывает. Спасибо большое.